Так, что вам сказать, я все еще иду, иду по Кадису, по побережью. Вот это вот причал какой-то очень знаменитый, там тоже табличка была, все дела. Вон там крепость, я буду на ней чуть позже. Вот лодочки вы можете видеть. Дело основное в другом. Я включил запись из-за того, что увидел два нифига себе каких раскидистых дерева. Они очень высокие, но они очень широкие. Вот одно и второе. И густая листва, и вообще по ним бы полазить. Но я думаю, меня не поймут, я уже не в том возрасте. Вот, я продолжаю свое путешествие по Кадису. В поисках еды, кстати, на побережье, смею заметить, нет ни одной приличной жральни. Но вообще негде перекусить, какой-то беспредел. Плюс еще время, 2 часа дня, как раз когда у испанцев всякие сиесты, фиесты. И, ну, в общем, полная шляпа. Я еще не до конца. Но зато здесь очень-очень-очень красиво. Если не учитывать то, что я вообще ни черта не понимаю, что здесь написано, ну что везде написано все по-испански. Как-то они не любят, видимо, туристов, испанцы. Странно, учитывая их бедственное состояние экономики. Ну, в общем, ладно. Я прекращаю видеосъемку. Вернусь к вам чуть позже. Ола!